В истории участников русских революций 20 века нередко случались самые причудливые повороты судьбы. Одним из таких поворотов можно назвать казнь организатора и участника расстрела царской семьи Филиппа Голощёкина. Как это произошло? Еще больше исторических фактов на нашем YouTube и Telegram-каналах. Ссылка в описании профиля. Летом 1918 года Голощёкин входил в президиум Уральского областного совета и голосовал за расстрел Николая II с семьей. По свидетельствам многих очевидцев, он лично участвовал и в самом расстреле. В конце 1920-х годов Голощёкин руководил процессом коллективизации в Казахстане и провел его совершенно бездарно. В республике начался массовый голод. Тогда ему удалось избежать последствий, но осенью 1939 года он был арестован и обвинен в пособничестве троцкизму и перегибах коллективизации. В октябре 1941 года он был расстрелян.